зубную щетку взял? Да. Дезодорант не забыл? Есть. А запасную одежду? Кстати. Да. Они в курсе, что я черный? А это важно? Может, стоило их предупредить? Мам, пап, я приеду со своим черным парнем. Только не удивляйтесь, что он темнокожий. Братан, я тебя совсем не узнаю. Едешь черти куда. Знакомиться с семьей подружки. Смотри, не увлекайся, а то еще научишься хорошим манерам. Так вы из города едете? Да, к родителям на выходные. Покажите ваши права. За рулем был не он. Это не важно, мне нужны его документы. Зови меня Дин. Да, я тебя обниму. И давно у вас двоих? Это самое. Джорджина и Уолтер ухаживали за моими стариками. А когда те умерли, я оставил их жить здесь. Ты куришь при моей дочери? Скоро брошу. Мы поможем. Как? Гипноз. Сам справлюсь. Ты готов? А чего мне бояться? Я тут кое-что раскопал. У них там черные пачками пропадают. Да брось. Ты меня слышишь или нет? Здорово, что я здесь не один такой. Крис как раз говорил, что был рад меня встретить. Убирайся. Прости, старик. Не надо. Прочь! Эй! Успокойся! Роуз, нам пора. Что случилось? Дай мне ключи. Скорее. Не могу найти. Роуз! Погружайся на дно. Нет, нет, не ты надо. Ты тонешь. Разум необходимо сохранить во что бы то ни стало. Здесь слишком много белых, и мне страшно. Нет. Ну что ты? Нет, 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 нет. Прочь. Разум необходимо сохранить во что бы то ни стало. Смотрите в кинотеатрах с 11 мая.